Я в космосе? Что? Меня вроде домой отправляли. Ешка, ты ошиблась. И что теперь делать? Я буду так вечно лететь? А нет, Земля. Черт, я падаю. Фигова гравитация. Бойно. Ладно, очухаюсь. Пора выдвигаться на исследование. А это что такое? Ха, дистанция. А еще дальше. И еще. Она считает мой путь, который я прошел от начальной точки? Ха, а если я пойду в другую сторону? Что тогда будет? Оп. Вектор, дай мне цифру. Значит, это все изменяется в метрах. Получается, это все перемещение. Как будто от точки А в точку Б. Как я могу это все быстрее сделать? С какой скоростью я смогу это все пробежать? Давайте это выясним. Максимальную скорость. Обычный шаг, 2,5. А если мы ускоримся? Побежим до наших лимитов. Разгонимся до максимальной скорости. Сможем ли мы преодолеть дистанцию за короткое время? Забыл. Трение. Надо начинать ботинки носить. А? Камень? Ньютон? Чем мне этот камень поможет? Ну ладно, раздай, надо пользоваться. Так, массой в 1 килограмм. С помощью этой массы тела она дает силу, а сила дает скорость. Ха, а если постороннюю силу, типа моей, и вложить мощь? О, как ровно полетел! При каждом новом ударе сила уменьшается до полнословки. Лед? Но я же могу забрать мяч, а что? Что за скольжение такое? А? Что за гололед? Пойду обратно. А? Ной? Как это вообще возможно? Где моя сила? Я же двигаюсь. А, помогите. Камушек. А, что же делать? А, веревка? Спасибо, полярная звезда. Веревка — это хорошо. Это многоиграющий предмет. А, сделаю из него лосо. И достану этот чертов камень. Попытка 1 и удачная. Теперь с помощью импульса можно будет двигаться. Проверка и работает. Начнем же. Запускаю карусей! Кручу, кручу, кручу и бросок! Это и правда работает! Круто! Хотя по логике меня еще и назад должно откидывать. Ну, кого это волнует? Я смотрю, что скорость вообще не сбрасывается. Но мне это на руку, меньше движений делать. О, как красиво лечу. А что? Метеорит? А, где тут тормоза? А, группировка для удара? Не этого я ожидал. Ага, яма, значит, мне надо на другую сторону. Ну, булыжник, ты первый. Проверяем. Хватит и скорости доехать до другого конца. Хватило. Моя очередь. Так. И... зацепился. Руки боятся. Ну ладно, отпускаем. Надеюсь, долечу. Нет, не долетаю. Не хватило. Ладно, назад. Зацепился! Это была ошибка! Надо увеличить начальную скорость! Да я точно преодолею эту яму! И останется с запасом! Ну, яму я победил! Теперь веревка моя! Для чего она мне? Может, а ракета? Ее там не было, это намек! Только как на нее забраться? У меня есть веревка, валун! Упругость, инерция! Точно! Дерево поможет! Булыжник, пойдем. Оставайся тут и никуда не укатывайся. А я на дерево выполнять мой гениальный план. Я надеюсь, это клён и не сломается подо мной. Ну ладно, вроде должно выдержать. Я удачливый, завяжем и начинаем. У меня по сути одна попытка. Если пролечу мимо ракеты, упаду. Если попаду в яму, не выберусь. Так что только победа. Стопэ, ракета? Я не отпущу, а? Планета? Да она же круглая! А где же черепаха и слоны? Гугл, это обман! Ладно, попозже разберемся. Сейчас надо разобраться, как запустить эту ракету. Стартуем, а? Начинается разгон. А летим мы на силовой тяге. И до какой скорости мы разгонимся? А шапка? Откуда она? А, кажется, я понял. Вижу цель, не вижу преград. Пока, планета. Ты помогла мне взлететь. За это тебе спасибо. А дальше космический ковбой Стикман на ракете сам.
Чё так медленно? А побыстрее можно? Давай! Мне нужна световая скорость, а не это! Будет долго! Фонарик? А ты откуда тут взялся? С батарейками? И даже работает! Только для чего мне фонарик в космосе? Освещать темноту? Он же не может быть обычным! Я в этом уверен! А, волны пошли! Эти волны означают частицы света! Как они огибают мою руку! Как они отражаются! А это что еще? Он меняет цвета? У него есть весь аспектр цветов? От черного до белого? Оставлю себе! Это крутой фонарик! Я что-то вижу! Это солнечная система? Я что, и на Плутоне был? А, планета! Маневр! С помощью гравитации планеты я смог увеличить скорость! Попробуем еще раз! Ввысь! Продолжаем! А вот и карликовая звезда! Солнце! Жарковато будет! И это опасней! А, надо будет полностью круг сделать! Для максимальной скорости это необходимо! Никогда не сомневайся в себе! Ты сможешь! У тебя получится! И все, получилось! Мы справились! Это с какой я скоростью уже лечу? Ну, на удивление, не ощущается. Можно расслабиться. Хотя, постой, по горизонту что-то виднеется. Да это же магнит! Мне он нужен! Для чего, не знаю, но он нужен! А? Я отдаюсь от ракеты! Магнит! Да, магнитное поле включилось! Значит, электроны атомов в ракете... присасываются! И я на базе, есть! Только зачем мне магнит в космосе? Эта операция была бесполезна, а что, палка? Металлическая палка в космосе, а? Какого? Ну теперь я не сомневаюсь, что меня зовут. Надо сделать магнитное поле, чтобы другие магниты меня отталкивали. С помощью аеноида и двух покруток я сделаю собственное магнитное поле. Удалось! Осталось только набрать скорость! И лучше бы держаться! Этап пройден! Я сумел! Это что, новая система? Комета? Время замедляется! Я что, и покидаю свою галактику? На открытие новой? Я уже почти разогнался до скорости света! Что это там видно? Новая галактика? Я даже вижу первую планету! Черная точка и... черная дыра! Вечная тьма, неизвестность. Туда я бы точно не хотел. А что? Предмет? А, не поймал. Что это вообще было? Неужели мне туда? А, была не была. Полетели! Но, ракета, но, давай! Назад уже пути нету. Я вхожу в черную дыру! С поднятой головой, не боясь! Этого красного света! Темноты! Неизвестности!
Ладно, все, я боюсь. Где мой фонарик? Вот он, а что, не улетай! Фух, включаем. Ну, хоть что-нибудь. Правда, все равно ничего не видно, а? Свет? Это лучик надежды? Я прав? Ну и нет. А? Яблоко? Так это было яблоко? Иди сюда! До него не яй надо тянуться! Я ищу со скоростью света! О, вторая попытка! В этот раз точно поймаю! Ближе, ближе, поймал! Аш! Что, меня скинуло с ракеты? Я теперь в полете? Плохое предчувствие! Что со мной происходит? Меня плющит! Что меня держит? Яблоко? А чё ты не проходишь? Я не могу его отпустить! А вдруг это важно? Что? Я уменьшаюсь? Я становлюсь меньше яблока! И силы покидают меня! Нет! И я становлюсь еще меньше! Меньше даже клетки! Схвачусь! Я оторвал ДНК! Не может быть, что я стал меньше! Я же должен когда-нибудь остановиться! Я не могу идти так вечно! Это что, атомы? Что же будет дальше? Я не знаю, но мне хватило! О, где я? Я вижу свет в конце туннеля. Походу мне туда. Кроем, кроем. А я пловец, что надо. Особенно по пустоте. Я кого-то вижу внизу. Это же я. Что я там делаю? Уже почти докоснулся. Есть. А как? Как такое возможно? Почему я тут и там? О, ты уже тут? Он идет сюда. А ты кто? Откуда ты? Как ты сюда попал? Вопросы потом. Держи. Яблоко? Нет, это знание. Ха. Воу! Не бойся, это всего лишь одно из изменений. Пойдем со мной, и я отвечу на твои вопросы. Да, у меня их много. Подожди. Ну что ж, начнем же. Мой первый вопрос, что это за круг? Это кротовая нора, в своем роде червоточина. Садись и посмотри вниз. Лед? Но я же могу забрать мяч, а что? Что за скольжение такое? Что? Ладно, объясняй, а то я вообще уже не понимаю, что творится. Да, и я все объясню. Только для начала давай поможем ему. Не будем портить временной цикл. Что же делать? А? Веревка? Спасибо, паяр. Теперь твоя очередь. Держи. Для чего это? Это открытая и закрытая струна. Из частиц, которые они создают, можно создать что угодно. Я думаю, ты знаешь, что с ними делать. А, группировка для удара! Не этого я ожидал. И правда, сработало, а? Ну и основа, ракета. Чтобы он смог добраться до сюда, как это сделали мы. А можно сейчас поподробней? А кто это мы? Как и обещал, я отвечу на твои все вопросы. Но для этого тебе надо узнать суть всего. Для этого мы перемотаем все в самое начало. Повторение событий? Вселенная существует бесконечно долго. Масштабы ее неизвестны. Но все в этом мире было создано кем-то или чем-то. Так это он, кто принес яблоко. Да, ты прав. Кто-то приносит знания. Кто-то создает понятие света. Кто-то пишет законы. Главное, что каждый в этом мире приносит что-то свое. Кто-то малое, а кто-то целую галактику. Вселенная бесконечна. Повторение событий бесконечны. Мы все съедим просто за одним. За настоящим. Итог? Это же я. Несколько минут назад. Я помогу ему. Лови знаний. А,
ну да, я же не поймал в тот момент. Мы все не поймали. Ладно, дай на секунду. Да и я тебе вроде все рассказал. Так что, глянь-ка. И вверх. Прошлое нагнало настоящее. Опять? А? Время не стоит на месте. Будущему пора двигаться дальше, а настоящему превращаться в будущее. Я будущее? Хорошо, посидеи. Удачи нам. Удачи. Мда. Будем двигаться дальше.